В горячую линию обратились жители села Тхамаха Северского района. Люди жалуются, что почти год вынуждены дышать выхлопами от завода по производству древесного угля. Сейчас мы пытаемся выяснить, можно ли избавиться от вредного производства по соседству с жилыми домами. В отдаленном селе Тхамаха горячую линию встретили жители улицы Мира. Наталья Калошина проживает в 10-м доме. Она и ее соседи жалуются, что предприниматель Андрей Карнаушка украл их кислород. Практически под окнами построил завод по производству древесного угля. 10 месяцев как нас травят, в полном смысле слова. Директор предприятия говорит, что проблемы с выбросом вредных веществ не видит. Это, шизофрения нескольких бабушек. Авария была, был сумасшедший выброс. Где Коля? Вон тот Коля, его рвало. Наталья Калошина рассказала, что все беды на улице Мира начались в июне прошлого года. Тогда Андрей Карнаушка арендовал участок земли напротив ее дома и начал делать уголь. С того самого дня, говорит Наталья Владимировна, чистый горный воздух в Тхамахе закончился. Там у нас есть здесь антенны. У нас практически исчезли. Вот птицы, вот сейчас подул ветер в эту сторону. Все конъюнктивит. У нас конъюнктивит, глаза угорят. Я уже людей не говорю. Да. Тхамаха – самое отдаленное село в Северском районе. Здесь живут стойкие люди. Газа и работы нет, до райцентра 75 километров. Недомогание жители Тхамахи почувствовали практически одновременно. Спросите у любого здесь. У всех одинаковые результаты, как это называется? Симптомы. Всегда симптомы. Печет горло, меняется голос, потом кашель, потом появляется боль в легких. Ты дома угарный газ, я 2 часа ночи, я задыхаться стал. Открываю дверь, воздуха вдохнуть. А там вообще куча газов, которых у меня в доме даже нет. Три вдоха, у меня зажгло горло. Зажгло бронхи, понимаете, сердцем плохо стало. И пена прямо из бронхи, из легких пошла пена. Особенно невмоготу дышать, рассказывает Наталья Владимировна, когда выпадают осадки. Вот был снег, конденсат получился очень сильный. Лицо, вот у Расула была такая история, что лицо горело, как огнем. Обеспокоенные своим здоровьем, жители Тхамахи начали штудировать научную литературу, своды законов и санпины. Оказалось, что производство древесного угля относится ко второму классу опасности. Это значит, предприятие – объект повышенного риска. В диаметре должна быть плоскость 1 километр, 1000 метров. От населенных пунктов? От населенных пунктов, да. Озелененная зона. Озелененная зона и открытая. А мы находимся в ущелье. Расстояние от завода по производству древесного угля, углетомильной печи, до ближайшего жилого дома должно быть не менее 500 метров. От завода до окон ближайшего дома всего 130 метров. Сельчане специально для горячей линии еще раз сделали замеры. Наталья Калошина в прошлом работник химической промышленности. Но за последний год, говорит пенсионерка, она пострадала больше, чем за всю жизнь работы на куда более вредном предприятии. Вот у них была авария, был сумасшедший выброс. Где Коля? Вон тот Коля, он его рвало. Он сюда прибежал, лицо красное. Первое, что в прошлом году сделали жители для своего спасения, вызвали сотрудников Роспотребнадзора. Они приехали, ветер подул по дороге, газ унесся, они засняли, данные. Потом ветер возвращается к нам снова, здесь же ущелье. И вот отсюда, со всех ущелий, когда начинает дуть этот ветер, то мы в 2, 3, 4 раза больше еще хлебаем этого газа. Проверка Роспотребнадзора ситуацию не изменила. Тогда инициативная группа отправилась в администрацию Северского района. Потом они месяц не работали, они там что-то усовершенствовать пытались. Вот за этот месяц все люди поняли, что есть воздух чистый. Соседство с вредным производством делят не только жители Тхамахи, но и Горячеключевской природный заказник. Завод расположен почти на самом берегу реки Бизепс. Самое страшное, говорит Елена Гулахматова, что от выбросов вредного производства начали болеть дети. Дети наши страдают. У меня трое маленьких детей. Я должна за их здоровье переживаю и беспокоюсь.
меня вечером голова сильно болит. У меня грудь еще болит. Но я вот так дышу, и мне больно. Может, врачи нам так говорят? Мы не можем зарегистрировать, что у вас это от газа. Тяжело дышится и животным. Они, говорят сельчане, в Тхамахе главные кормильцы. За год коровы стали давать вдвое меньше молока, а качество мяса не выдерживает никакой критики. Недавно в одном из дворов пришлось дорезать корову, потому что она задыхалась. Это кусок пятна, коровьего легкого? Пятна. Вот из-за этого умерла корова? Да. Мы же в Газе живем. На стихийное собрание подъехал глава Шабановского сельского поселения Алексей Онуц. В администрацию, говорит Наталья Владимировна, жители несколько раз обращались с письменной жалобой и практически каждый день звонят главе лично. Расстояние не выдержано по закону. Ну это вы так говорите. Кто, подождите, кто менял закон? Кто поменял закон на 200 метров, если есть расстояние не менее 500 метров до жилых домов? Алексей Онуц говорит, что и сам устал от ИП «Карнаушка». Он рад закрыть и предприятие, и тему вообще, но это не в его полномочиях. Мы приглашали Роспотребнадзор, выезжала прокуратура, неоднократно замеряли воздух днем и ночью. Мы же в Газе живем. Николай Сергеевич, вас не устраивают наши ответы, но обратитесь в суд. Жители Тхамахи посчитали, что идти в суд – дело затратное. Они себе такой роскоши позволить не могут и просят главу выйти от их имени с инициативой в суд. Нужно адвоката нанимать. Адвокат нарушена. Стоит 35 тысяч. Кто будет оплачивать эти издержки? У меня денег таких нет. Вы предлагаете, чтобы я должен был за вас заплатить? А почему за нас? Вам прокуратура написала ответ. Она написала, не устраивает. Вы почему себя отделяете от нас? Подожди, Надь. Вот с одной стороны вы, а с другой стороны у нас администрация. Вместе с главой и жителями мы отправляемся на завод по производству древесного угля. Ворота предприятия открыты, предупреждающих или запрещающих проход знаков нет. Нет и надписи «Частная собственность». Нарушение уже налицо. Я вас удивляюсь, я вас объясняю, это частная территория, я им забор должен поставить. Нет, не но вы как-то контролировали эту деятельность. Вы почитайте новый закон о распоряжении президента, чтобы не вмешиваться. Производство угля идет полным ходом. А вы здесь работаете, как себя чувствуете, нормально? У вас с дыханием все в порядке? А сколько вы здесь уже работаете? Сотрудник предприятия предпочел от нас избавиться и вызвал начальство. Главных долго ждать не пришлось. Вы не имеете права, это частная собственность. Парни, выйдите. Парни, сейчас. Уважаемый, сейчас просто произойдет то, что на каждого из вас написано. Я не как раз инструмент. Не провоцируйте. Задание. Не провоцируйте. Это частная собственность. Советую выйти с территории. Это частная собственность. Вы провоцировали людей, чтобы они задыхали. Еще через несколько минут на территории появился человек в солнцезащитных очках. Представился жителям Тхамахи, но быстро себя рассекретил и отрекомендовался Сергеем Никоновым, уполномоченным говорить от лица директора завода. Прокуратура вам предписание выписывает в административных правонарушениях, а вы вот никак их не устраняете. Как не устраняете? Главное, на данный момент я могу выступить как гарантом каких-то налаживания. Так, только закрыть. Только закрыть. В обещания представителя жители Тхамахи не верят. Они требуют или перенести вредное производство, или закрыть. Я думаю, вот 2-3 дня его остановят. Просто там сразу все так не уберешь. То есть не должен догореть. Нет, да. Ну догорит, да. Да. Ну, догорит, 2-3 дня, согласны? Да? Да. Все, да. Я встречусь с директором, поговорю. Кстати, зная об отдаленности Тхамахи, сразу по приезду мы вызвали сюда полицию. Полицейские отправились на предприятие и затребовали все документы. Но в предпринимательской деятельности гражданина Карнаушка нарушений не обнаружили. От жителей полицейские приняли коллективное заявление по факту вредных выбросов из труб завода. В день съемок встретиться с нами хозяин завода не смог. Но он приехал к нам на телекомпанию и прокомментировал ситуацию вокруг предприятия. У нас как бы, может быть, если знаете, у нас там христианская община. И как бы я сам являюсь бывшим зависимым человеком. И у нас там к нам предвзятое отношение. Они нас все там не любят. Ну, ненавидят, так сказать. Ну, поэтому как бы все вот так вот и складывается. Андрей Карнаушка заявил, что завод закрывать он не собирается. Слишком много сил и средств вложило его строительство. У меня скоро свадьба, зарабатывать надо. Если по соседству с вами работает вредное производство, и вы считаете, что нарушены нормы Санпина, наш эксперт советует сразу обращаться в полицию. Фиксируются жалобы граждан, фиксируется расстояние от вредного производства до
жилых домов, вот, заносится в протокол. Следующие инстанции – прокуратура и Министерство природных ресурсов края. Прокуратура, в свою очередь, проводит проверку документации предприятия, деятельности предприятия, выносит предписание в случае правонарушения и в случае, значит, обнаружения каких-то нарушений норм экологического права, направляет материалы в Министерство природных ресурсов и экологии по Краснодарскому краю. Серьезная организация, в обязанности которой входит соблюдение норм выбросов вредных веществ, Роспотребнадзор. Если это экологические нарушения вызвали нарушение здоровья, значит, граждане также берут справочки в поликлинике. Если повлекло там смерть животных, значит, выписки ветеринарных врачей. Все это прилагают к своим заявлениям, жалобам и обращаются, значит, в Роспотребнадзор для проведения проверки. Мы побывали в Роспотребнадзоре Северского района. Там о жалобах жителей на угольное производство знают. Дважды проводили проверки. Но нарушений для закрытия завода эксперты не нашли. В ходе проверки было установлено, что это предприятие с ориентировочной теоретической проектной зоной 500 метров располагается от жилья на расстоянии до 250, там 235 метров, по данным экспертизы. Ну, получается, предприятие и следующий дом от него. Ну, сколько метров? 130 мы мерили рулеткой. 235. А мы рулеточкой мерили 130. 235 и 250, вот у меня в протоколе. А вы откуда? Ну, у нас есть эксперты, которые в это дело проводили экспертизу. Если ситуация зашла в тупик, надо обращаться в суд. Это последняя инстанция, которая может очистить воздух от загрязнений взмахом деревянного молотка. Органы прокуратуры, проведя проверку по данному заявлению граждан, могут обратиться в суд в отношении неопределенного круга лиц для приостановления деятельности предприятия, либо такое предприятие может быть закрыто. Проблема. По соседству с жилыми домами открылось вредное производство. Решение. Обратиться в полицию, обратиться в прокуратуру, обратиться в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, обратиться в Роспотребнадзор, обратиться в суд. Жители Тхамахи готовы сражаться за право дышать чистым воздухом, поэтому и собираются все-таки изыскать средства для независимой экспертизы и обратиться с иском о закрытии предприятия в суд. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру в справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия».